До 2022 года в Акмолинской области в рамках программы «Рухани Жангару» реализуют 107 проектов. На местах принялись не только за разработку, но и за реализацию районных программ. Так, библиотекари города Аколь объединили детей с ограниченными возможностями в проекте «Преодоление». Для особенных малышей и их родителей первое преодоление – это выйти в общество. Они должны знать, что двери читального зала для них всегда открыты, говорят работники культуры. Из 69 детей-инвалидов 15 уже стали постоянными читателями. Охват детей больше со всего района. Также думаю, что мы будем выходить в социальные сети, просить помощи, искать спонсорскую помощь. Будем, может, каким детям можно помочь, будем просить помощи. Ну и, конечно же, будем вообще в наших планах открывать театрализованные какие-то мероприятия.